Речной порт Уфы вышел из банкротства. Задолженность в 109 миллионов 400 тысяч рублей погасил судоремонтно-судостроительный завод. Решение арбитража Башкортостана опубликовали на сайте ведомства. Производство по делу о несостоятельности предприятия прекратили в связи с погашением требований кредиторов в полном объеме. Средства на счет должника перечислят в течение 20 дней с момента вынесения решения. Напомню, речной порт Уфы, как и судоремонтно-судостроительный завод, входит в группу «Башкирское речное пароходство». Учрежденное республикой предприятие в мае 2017 года признали банкротом. В настоящее время в регионе реализуют комплекс мероприятий по восстановлению деятельности компании. В настоящий момент уже второе предприятие из группы компаний «Башкирское речное пароходство» вышло из процедуры банкротства. 23 июня текущего года решением арбитражного суда Республики Башкортостан было прекращено производство о банкротстве ООО «Речной порт Уфа». В настоящий момент Министерством земельных и имущественных отношений продолжается консолидация имущественного комплекса «Башкирское речное пароходство» и наращивание производственных мощностей. Напомню, что в начале года власти республики приняли решение вывести пароходство из банкротства с помощью заемных средств государственного регионального фонда. Более 200 миллионов рублей выдали под залог имущества судоремонтно-судостроительного завода по ставке 5% годовых сроком на 5 лет.